Его средство защиты – слиться с окружающим фоном. Осьминог меняет форму и цвет. Чувствуя угрозу, нервная система дает сигнал пигментным клеткам. Под действием волны ощущений эти клетки расширяются или сокращаются. Световые клетки у осьминога реагируют быстрее, чем у других животных. Однако у этого виртуоза есть соперник. Чешуя камбалы павлина почти идеально повторяет узор окружающей среды. Помогает ей и сверхтонкий профиль рыбы. Но как рыбе справиться с менее знакомым ландшафтом? В ее глазах имеются детекторы рисунка, способные считывать узор. Короткое исследование, и можно копировать рисунок. Глаза передают информацию в мозг, где определяется размер и контрастность пигментных клеток, участвующих в создании копии. Невероятно, но она умеет вычислять, как будет выглядеть рисунок, когда ее на этом месте не будет. В знакомых условиях она добивается почти идеального сходства.